Короче. Всем привет, с вами канал Art Mania. Говорю тихо, потому что Дима спит. Короче, я тут убираюсь у себя в шкафу. В прошлый раз мы с вами убирались вот в этом шкафу. Теперь я выбираюсь в этом, у меня здесь художественный. Дима проснулся. Художественный шкаф. Я здесь убираюсь. Какие-то палитры, кстати. У меня одна есть. И даже я вторую покупала. Это самая первая моя палитра. Когда меня Женин папа учил рисовать. Здесь вот много краски осталось. Обычно я не люблю, когда краска остается. Жалко, она уже почти испорчена. Вот, это я тут убираюсь. У меня всякие досточки. Это я когда-то под заказ заказывала. У меня с ними есть одна очень интересная идея. Но я никак не могу ее уже много-много-много лет, уже больше 5 лет, воплотить в жизнь. Все очень много разных других интересов. Тут вот витраж по стеклу. Здесь вот всякие. Ну, короче, у меня вообще куча всего полно для живописи. Это вот пастель. Он, кстати, очень классный вот этот. Вот. Там вот карандаши 90-х, 80-х годов. Масляные краски. Здесь у меня тряпочки. Здесь тоже. Ну, кстати, по-моему, еще закрытая краска. А, здесь акриловая краска. Вот. Тут по стеклу у меня краски в таких. Из-под этого счетчика. Кстати, очень хорошая коробочка. Здесь вот я тоже уже немножко доставала. Вот это все тоже будем убирать, доставать. Здесь какие-то карточки вот всякие. Это я оставляла, чтобы клей намазывать. Это еще Женька, когда работал, раздавал эти карточки. Такие разносил, типа мастер на час. У них много осталось, чтобы так вот взять потом и так вот нанести клей ровненько. Ну, не знаю, короче, вот я их пооставляла. Вот. Быстро и бесплатно. То есть такие вот. Вот, мы ставим обратно туда. Здесь у меня набор витраж тоже. Кстати, очень интересный, очень классный набор. Его, то есть, короче, можно рисовать на стекле, а потом она как силикон становится мягкой, но потом засыхает. Вот. Ну, по-моему, они тоже уже засыхают. Туда убираем. Здесь у меня огромный набор, тяжелый такой, акриловых красок. Здесь вот акварель. Ой, ну да, акварель. Ее мы уберем в другое место. Здесь у меня есть такие вот штучки. Вот это я покупала. По-моему, старые. А вот круглые я покупала для... забыла, как это правильно называется. Ну, короче, не надо. Не помню, короче. Так, здесь у нас новогодние трафареты. Можно сюда положить. Это вот палитра масло нарисовала. Узнала, что можно вот так вот просто пищевой пленкой вот тут обмотать. То есть палитра остается у вас чистая. А вот здесь вот. Вот я по чуть-чуть. Потом с этой стороны рисовала, с этой. Вот ее решила оставить, чтобы экономнее было. Потом еще вот так вот. Вот то есть она с этой стороны. Еще с этой стороны есть место. Чистенькое. Вот. А здесь тогда я не знала, что так можно было сделать. И рисовала на ней. И даже... Даже прилипшая осталась. Вот, жалко. Можно попробовать шлифовать, но нет, наверное. Вот. Здесь какая-то бумага. Здесь акриловые краски. Но они, кстати, очень-очень жидкие. И этой коробочке уже много лет. Какого она? 14-го года. То есть 14-го, 6 лет ей. Вот. Здесь у меня палитры, я хочу их помыть все. Перемыть их тут 5 штук, а так у меня их 10. Надо где-то еще одну видела. И, короче, оставшиеся 5 надо найти. Вот. Нашла, короче, картинку такую. Видимо, она в шоколадках, наверное, каких-то была. Вроде Конти написано. Нашла масло льняное. Это для масла. Ну, маслом когда рисовать. Да я думаю, куда оно мне пропало. Вот. Ну, короче, так вот. Там тоже, по-моему, понаходила всего. Поразбросала тут тоже. Там коробку нашла. Короче, буду дальше сейчас убираться. Потом покажу, если будет что-то интересное. Вот он. Витраж по стеклу. Жиденький. Не знаю, зачем я их покупила. Короче, они по акции были. Они прям такие гипержидкие. Я думала, они немножко будут, ну, такие, как акрил, как масло. Они прям жидкие. Не знаю даже, как ими рисовать. И самое ужасное, даже не нашла
в Ютубе ролика не было даже на них. Как они, чё? Какие? Это, правда, тоже было давно. Надо их позбалтывать и убрать тоже. Здесь у меня тоже. Тут лежат эти. Эфирное масло апельсиновое. Очень обожаю прям апельсины. Я их что-то вообще так много накупила. А сейчас уже маленький ребенка даже не трачу. Боюсь, что он что-то свечку спихнет случайно, и пожар начнется. И вообще прям некогда. Просто они стоят. Не знаю, знаю, что можно, кстати, ими мебель протирать. И якобы она потом аромат какой-то дает. Мне знакомая так делала. Ну, не знаю, что-то. Напишите, кстати, в комментариях. Вот здесь у меня глянец. Акриловая художественная краска. Здесь он открытый, я сейчас посмотрела, он нормальный еще. Еще живет пока. Здесь вот тоже открытая, голубая. Здесь закрытая, оранжевая. И такая вот ярко-желтая, что ли. Вот. Здесь у меня вот это контур, может быть, что ли. Что это? А, да, контур. По стеклу. Кстати, у меня стекло. Стеклянные рамки большие, А3. Можно попробовать на них что-нибудь порисовать, только не знаю, когда. Так, здесь тоже, смотрите, такая же. Витраж. Такой оттенок. Но они жидкие, блин, непонятно почему. Почему они такие жидкие? Тоже витраж, витраж. А там какие были, тоже витраж, по-моему. А здесь вообще стеклянная банка. Какие-то он перламутровые. Тоже все это закрыто еще. Лучше бы я масло купила побольше. Вон тут тоже вот видно. Жиденькое. Короче, такие вот. У меня уже сложилось все аккуратненько. Сейчас я буду складывать здесь. Вот, ну, также тут вот всякие картонки оставляю. Тут из-под шторки. В экспрессе еще покупала. Картонки, это надо убрать в другое место. Здесь вот тоже надо посмотреть, что это такое. Это вот, по-моему, я для палитры делала, что ли, или нет. Они тоже можно, кстати, использовать как палитру. Она запакованная. Это, может, тоже я так же делала, не знаю. А здесь вот какой-то... Какие-то пакеты. А, это пакеты, наверное, чтобы когда рисовать. Ну, я вроде аккуратно рисую, ну ладно. Оставим. Здесь, кстати, вот тоже пакеты, но это можно Диме отдать. Когда он будет рисовать, чтобы не намазюкал сильно. Хотя все это отмывается. Акрилом, когда, если только... Ну ладно, дальше буду сейчас ковыряться. Так, дальше я после этого шкафчика полезла сюда. Ой, здесь у меня тоже куча всего. Вот я нашла альбом свой. Здесь написано у меня карандашиком. Плохо видно, конечно. Это, по-моему, сочинский мой альбом. Я в Сочи брала, рисовала там. Так, акварель нашла еще две штуки. Еще мне три осталось найти. Тут вот гора, которую тоже надо перебрать. Вот это вот высохло. Это мы будем вместе с вами, скорее всего, возобновлять. Вот, ну там вот такие вот всякие. Это вот альбом я скупала на будущее. Я такая очень запасливая, как белочка. Вот пока что он здесь, сюда тоже. Так, ну это вот мой пенал. Здесь мои кисти хранятся. Сейчас там карандаши у меня лежат. Так, здесь у меня вот есть кисть такая. Когда я только начинала учиться рисовать, мне казалось, что фон... Там, допустим, яблоко, да, нарисовано, а сзади есть фон. Мне казалось, что фон должен быть монотонный. То есть без всяких там мазюк, там и всего такого. У меня никак очень долго не получалось это. У меня вот такая вот кисть есть, она не одна. У меня много таких кистей, вот. Опа, ну вот тут поменьше есть. Еще где-то. Так, это вот мои тряпочки. А, ну тут полно, здесь и Димины тоже кисти. И мои тоже где-то. Где-то они там, короче, есть. И только, наверное, спустя годы я поняла то, что фон должен быть с мазюками, то, что он должен быть разнообразным, потому что в какой-то момент я просто представила себе картинку, допустим, если взять картинку, вырезать ее из цветного картона, да, допустим, фон цветной, там, красный, например, да, дом белый, крыша коричневая, труба там коричневая, то есть вот она будет как раз картинка, которая просто, ну, не настолько красивая. А раз мы рисуем там гуашью, да, красками рисуем, тогда она должна быть немножечко другая. Вот только я потом поняла. Ну, короче, эта кисть осталась. У меня вот так вот лежит. Вот. И очень много краски даже раньше тратила, чтобы эту кисть наполнить краской, водой. Это прям вообще просто был кошмар. А спросить не у кого. То есть, и тогда соцсети особо не было. Здесь, кстати, у меня... Так, какие ароматизированные, да, фломастеры. Тоже, кстати, надо их убрать. Начать ими рисовать. Так, здесь у меня глазки. Их нужно тоже... в другое место переложить. Здесь что-то такое.
А, вот, да. Вот, пожалуйста, кисть. Даже еще с этой стекеткой. Такая шершавая. То есть вот они, пожалуйста. Вот поменьше кисть. Ну, да, в принципе, правые, конечно, в деле они пригодятся. Тут даже есть какой-то клей. Лежит. Нет, Дима сюда не залазит. Дима не залазит сюда. Так. Здесь какая-то коробочка есть. А, это я ставила, чтобы шоколадки делать. Наверное, но нет, надо убирать тоже. Так, сюда. Тут я всяких, кстати, мишек собирала еще, помню, в детстве. Когда я была маленькая, были какие-то кашки с синими мишками. И мама вырезала этих мишек и вешала на кухонный гарнитур. Я помню, несколько штук у нас было. Вот у меня с памяти осталось. Я тоже их, видимо, собирать начала. Ладно, сейчас я тут. Ну, хотя давайте, ладно. Так, вот тут у меня какие-то рамки есть. Ой, там еще что-то. Блин, у меня полно. У меня всего полно. Кошмар. Кошмар. О, смотрите, еще одна палитра. Класс. Классно, классно. Ладно, сейчас я переберу, потом покажу. Так, ну вот я сюда сложила все кисточки. Здесь у меня наждачная бумага. И тут, по-моему, у меня картон. Что-то типа такого, как картон для масла. Есть холст, а есть вот другой что-то. Не помню, как называется. Тут у меня доска для мозаики. Потом покажу. Так, тут я нашла просто листы белой бумаги чистой. Я ее решила положить сюда. Пусть будет, короче. Ладно. Так, здесь у меня атлас Самарской области. Не знаю, откуда он у меня, не помню. Наверное, я его покупала. А, ну здесь разные животные нарисованы. Да-да-да, точно. А, вон тут какое производство. Тут, короче, картинки очень классные, поэтому я его купила, чтобы учиться рисовать животных, да. Поэтому он у меня лежит среди живописи. Вот они, животные разные. Это еще очень давно-давно. Ну, животных, в принципе, я не умею рисовать, да. Это всегда сложно. Но срисовать могу. Срисовать могу. Это я тоже сюда положу. Так, это вот я вам до этого показывала. По стеклу там был у меня наборчик. Вот он. Им, короче, рисуешь на такой штучке, а потом открепляешь. Я начала вот такие вот копить. Всякие коробки конфет собирать их, отклеивать, короче. Так вот. Так, здесь у меня 2017 года мир пернатых птичек. Такие вот я тоже оставила. Ну, тоже порисовать, может быть. Как картина. Довольно вот они красивые. Такие. Разглядеть, ребенку показать. Вот, посмотри, какие птички. Хотя половину не знаешь, какие они, кто это. Но все равно, короче, осталось. Так. Здесь у меня альбомы еще получаются. Аккуратненько сложенные. Короче, куча. А вон эти кисти я еще понаходила. А, так вот эти вот тряпки сюда. Здесь вот мой пенал. А сюда вот они еще кисти. Вот это, по-моему, кисть. Эту кисть, по-моему, эти волосы лошади, что ли. Какая-то у меня здесь. Германия. Ого. А, сделан в Китае. Не знаю, короче. Такие вот. Такая вот я покупала натуральная. Вот они. Короче, их отправляем тоже все сюда. Вот. Здесь у меня малярные ленты. Раньше они мне были очень нужны. Я закрепляла бумагу и рисовала. Сейчас я уже ничего не закрепляю. Они остались. Если сейчас опять начну закреплять, они мне будут потом опять нужны. Вот таких, кстати, у меня было очень много, я покупала. Они тоже, кстати, довольно удобные. Ну, что-то я не знаю, короче, тут осталось их мало. Сейчас я буду тут убираться. А вот, кстати, еще кисти. А, так, подождите, еще хотела показать что-то. А, вот. Вот такие вот еще, кстати, кисти я покупала. Они были дешевые, это было тоже очень давно, лет 5-6 назад. Ими хорошо наносить, ну, не краску, а клей, вот. Или не клей, ну да, клей. Или, допустим, рамку вы это покрасили, и ее нужно лаком, да, специальным лаком накрасить. После лака кисточка высохнет, чтобы не жалко было выкинуть. Вот такая вот. У них 2 штуки всего осталось. Я покупала 5 штук, наверное. Даже вот видите, заклеена. Я не стала даже отклеивать, думаю, чтобы знать, что она новая. И для чего она мне. Вот они остались там. Так, сейчас мы будем тут убираться. Так, тут у меня бумажечка. Тут вот от кисточки такая штучка. Не знаю, выкинуть. Шпатель. Не знаю, зачем.
Ну, кстати, маслом, наверное, когда рисовать удобно. Или когда это делать, как его, грунтовкой, холст. Грунтовкой, ших. Так, ших, наверное, удобно. Короче, не знаю. Оставила. Стащила я, по-моему, у кого-то. Где-то. Так, тут у нас эти идут. Так, вот это вот шпагат, что это называется. Веревочка, обожаю вот этот запах. Эти веревки просто обожаю. Прям, ах, мое. Вот она, например, тоже такая же. Тут у меня какая-то зажигалка лежит. Она вся липкая такая. Что надо выкинуть? Фу. Так, тут я уже прибралась. Тут, оказывается, у меня таких 3 штуки осталось. Там вон еще одна. Тут у меня роспись по камню. Скотч большой. Периодически он мне нужен. Тут какая-то трубочка толстая. Тут вот она как раз мозаика. И для нее деревяшечку там я вам показывала. Ей, короче, тоже надо заниматься. Я про нее помню. А, там была инструкция, была полностью на английском. Еще давно, когда-то я покупала. И я не знала, как же ее развести, переводить. Это было очень-очень долго. А сейчас достаточно сфотографировать и на телефон. И там специальная программа есть, она вам переводит. Короче, ей надо заняться. Делать обзор, она такая тяжелая. И тут вот такая вот еще есть посудина. Посудки там какие-то маленькие. Короче, их раскрашивать надо. Ну, я их даже трогать не буду. Вот. Так, здесь у меня, смотрите, тоже маленький альбом. Это я, по-моему, на прогулку с собой раньше брала и рисовала. А Женька ходил на пляж, да, загорал, а я тем временем рисовала. Вот это у нас дома-ладья, здесь соседние дома. Летом мы с вами были, сейчас фонтан там сделали. Вот она. Не знаю, хорошо ли вам видно. Ну, кстати, еще раскрашивать можно. Здесь у меня закат с этой стороны, а вот ладья сама, Самара. Да, это тогда я еще только училась рисовать. Тут какой-то домик я попыталась нарисовать, что ли. Здесь у меня, кстати, розочки. Кстати, очень классно нарисованные. Это 2012 год. 28.04. 28 апреля 2012. Вот, а вот это вот, кстати, парк Гагарина у нас. Колесо. Что там рядом, не помню. Я помню, как я сидела, его рисовала, и ко мне постоянно сзади подходил народ и смотрел, что я делаю. И они так мешали мне, меня задевали, какими-то сумками задевали, начинали болтать, что-то шебуршаться, разговаривать. Я поворачиваю голову, понимаю, что за мной уже там что-то не толпа стоит, и, блин, это вообще. Короче, я даже не дорисовала, просто встала, ушла, и дома уже по памяти рисовала, вот там круг, вот это уже все по памяти. Потому что, блин, я просто разозлилась, я не могу так. Сидишь, то есть рисуй. Поэтому я не люблю на улице рисовать, я люблю дома в условиях. Когда ты спокойно сидишь, там рисуешь, знаешь, что за тебя никто не подойдет и не начнет шебуршаться, задевать тебя, кричать там что-то. Там был как-то раз, по-моему, в этот раз, да, как раз сидела и рисовала. И подошла посмотреть какая-то мамашка. Ну да, мамашка, можно сказать. Смотрела, и тут она вдруг увидела, что ее ребенок куда-то полез и просто громко заорала. Реально заорала, я вздрогнула даже от неожиданности. Сижу в своих мыслях, рисую, она там тихонько подошла и закричала вдруг. Там своего ребенка, и меня просто сбесило это. Да, вот как раз с этим рисунком, блин, я думала, я заикой останусь. Это очень неприятно на самом деле. Если вы видите, что кто-то сидит, рисует, если хотите посмотреть, подойдите аккуратно, чтобы не напугать человека. Потому что это кошмар на самом деле. Это очень мешает, отвлекает. Да, у меня тут подписано парк Гагарина. Вот, уже зарисовывала дома. Тут вот... Дракарь, это Женя, уже не на даче. А это у нас плёс. Как раз, да, я сейчас с этим блокнотом путешествовала на теплоходе. Там плёс, очень красивое здание было. Но я не успела, короче, дорисовать, мы уже отплыли на теплоходе. Здесь лимончик. С этим лимончиком я пыталась поступить заново в художественную школу. Но меня там оскорбили, обозвал. Художник вышел, мужчина, посмотрел. По-моему, то ли с этим, то ли с этим. Короче, с лимоном я помню. Нет, по-моему. Или мы с этим. Короче, не помню. Обозвали меня там, оскорбили, короче, я ушла просто. Обидно очень было. Хотела поступить рисовать, думала, что мне пейзажи там научат рисовать. Недалеко от дома было. Все, здесь тоже что-то, какие-то горы. Меня что-то там обозвали. Ну да, она, конечно, немножко неровная, но все же здесь такое блюдце, и как бы все так видно. И лимончик такой симпатичный, и как бы все. Ну, мне сказали, что я совершенно не умею рисовать, то, что я уже училась рисовать, то есть... Уже художки я отучилась тогда, да, 1 год. Вот, то, что сама, то, что... Ну, короче, то, что вообще не умею, и у меня когда в жизни ничего не получится. И то, что я не научусь вообще рисовать. То, что... Ну, короче, так вот. Хотя, мне кажется, здесь очень красиво. Ну, не очень, но красиво получилось.
все же, все равно. Некоторые все равно даже, мне кажется, не смогут нарисовать так же. Все равно какие-то данные, наверное, у меня есть. Вот и все. Все, он даже еще целенький, его можно еще с собой брать будет. Вот здесь я в фикс-прайсе покупала вот этот вот. Думала, рисовать буду, но нет. И тут у меня рамочки маленькие. Смотрите, как стало тут классно. Сейчас я буду перебирать все оставшееся. И Дима уже там проснулся, пойду за ним.